что это были за люди. Если судить по греческим источникам, они были очень храбрыми. Были племена, которые никто никогда не завоевывал. Фракийцы – это один из народов индоевропейского культурного языкового круга. По всей вероятности, всего несколько лет назад мы считали, что они пришли на Балканы и прискакали где-то в середине второго тысячелетия до нашей эры. Но 5 или 6 лет тому назад начались раскопки в середине Болгарии, и там были найдены очень интересные золотые клады, которые относятся к очень ранней эпохе. Это эпоха ранней бронзы или начала 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь представлен комплекс, найденный в одной из каменных гробниц, которые были очень распространены во Фракии. И это было погребение фракийского аристократа, может быть, царя. Это, конечно, головной убор в виде венка. Это ритон, сосуд, который являлся инсигнией царя, то есть он показывал царское достоинство. Это понош, доспех, который одевался на левую ногу. В этой витрине мы видим 4 предмета из коллекции Василия Бошкова. Чем они интересны? Значит, это 3 ритона, сделанные в одной мастерской. Первый из них как бы оригинальный, а второй и третий были сделаны чуть позднее, уже для погребальных целей. Причем это ритон, это как визитная карточка фракийской культуры. Это рог, завершающийся протомой животного. В данном случае здесь мы видим оленей, серебро, значит, золото, позолото и так далее. И вот эти вот 3 ритона, они были все положены в серебряный сосуд Ситулу, которая также представлена в этом витрине. И таким образом это все было зарыто в виде клада. Посмотрите на этот фантастический золотые клады, найденные где-то крестьянами, случайно раскопанные. Посмотрите на вот это фантастическое холодное оружие, датированное 4-5 веком до нашей эры. Мы увидим невероятный уровень развития цивилизации Фракии и Причерноморья той эпохи. Это дает совершенно другое представление о том, насколько сложным, многополярным современным языком был древний мир уже тогда. Насколько фантастические предметы искусства создавались. Представьте себе, это же тысячные доли процента, которые дошли до нас от той цивилизации. Это было прямо рядом с нами. Наверное, это выставка, посвященная той общности культур, той общности истории, которая существует между Россией и Болгарией. Потому что невозможно было бы создать и организовать эту выставку здесь, если бы не те пласты взаимосвязи, не тот опыт взаимоотношений между коллегами двух стран, поддержка политиков, поддержка Министерства культуры. Вы знаете, здесь сошлось очень много.